Делюсь рецептом ягодного торта с кремом. В нем очень вкусное сочетание тонких шоколадных коржей, нежного крема из сметаны и творожного сыра, а ягоды добавляют интересную кислинку. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ягодный торт с кремом. Для ягодного слоя я использовала замороженный микс из ягод: черноплодная арония, брусника, красная смородина, клюква, черная смородина. Вы можете выбрать ягоды на свой вкус. Хорошо подойдет малина и клубника. Количество ингредиентов рассчитано на коржи диаметром 21-22 см, сироп агавы можно заменить любым другим жидким подсластителем. На вкус тортик получается очень домашним, идеально подойдет для чаепития в семейном кругу. Мука 200 грамм, какао-порошок 25 грамм, сметана 215 грамм, 65 грамм для теста, 150 грамм для крема. Масло сливочное 150 грамм, 50 грамм для теста, 100 грамм для крема. Творожный сыр 200 грамм, сахар коричневый 45 грамм, сироп агавы 70 грамм, сода 4-5 грамм, сахарная пудра 80-100 грамм, ягоды 150-180 грамм, сахар 30-50 грамм, крахмал 1 столовая ложка, агар-агар 1 чайная ложка. Количество порций 6. Подготовьте все ингредиенты. В сотейнике соедините сметану, какао-порошок, сливочное масло, нарезанное кубиками, коричневый сахар и сироп агавы. Прогрейте на среднем огне, пока не растворится сахар и масло. Перелейте получившуюся массу в миску, добавьте соду, перемешайте. Затем постепенно начните добавлять муку. Замесите однородное эластичное тесто. Разделите тесто на 6-7 частей. Раскатайте каждую часть толщиной в 2-3 мм. Накалите вилкой. Выпекайте каждый корж по 3 минуты в заранее разогретой духовке до 200 градусов. Каждый корж, пока он еще не остыл, обрежьте до нужного диаметра. Обрезки подсушите в духовке еще 2-3 минуты, затем измельчите в крошку. Для крема взбейте сливочное масло с сахарной пудрой до однородной массы. Затем добавьте творожный сыр и сметану, смешайте миксером до однородной консистенции. Промажьте получившимся кремом коржи. Удобнее это делать, если поместить коржи в кольцо для выпечки. Уберите в холодильник на 1 час. Для ягодного слоя прогрейте ягоду с сахаром, крахмалом и агар-агаром. Доведите до кипения, проварите 1-2 минуты и снимите с плиты. Торт оберните пленкой или пергаментом для выпечки. Выложите сверху ягоды. Уберите в холодильник на 1 час. Снимите пленку, присыпьте торт крошкой. Оставьте на 4-6 часов в холодильнике. Ягодный торт с кремом готов. Приятного чаепития!